Ну и как вы думаете, где я сейчас нахожусь? Сижу, в общем, в машине на штрафстоянке, в опечатанной. Приключения у меня продолжаются. Кстати, сейчас только что еле-еле завел машину. Просто, я не знаю, что-то у меня какая-то эта вереница. Вот сидел дома вчера весь день. Вообще никаких проблем не было. Вообще просто поиграл в Counter-Strike. Вообще все было круто. Только вышел из дома сегодня, начал что-то делать, и сразу возникли огромные проблемы. Значит, приехал по делам, припарковал машину, не заметил этот знак для инвалидов. В общем, минут 10 меня не было, выхожу, уже машина отъезжает моя на эвакуаторе. Ну и, собственно, недолго думая, я запрыгнул в машину, открыл ее на бегу, на ходу. Что за документами? Вот я только отошел. Я вот в МФЦ зашел и вышел сразу. Ты меня вас точно не было. Мы здесь стоим 5 минут. Ну там, наверное, там лифт, пока дождешься, блин. Можете выходить из автомобиля. Но я пришел уже, отдайте мне здесь машину, выпишите там штраф или что. Я им отдал уже все документы, что машина все, задержит. Ну назад пусть вернут. Нет, а за что, чего они должны назад вернуть машину? Вы ее можете забрать на штрафстоянку. Да я ее только купил, я еще не оформил ее даже. У вас договор купли-продажи есть? Ну конечно есть. ФС есть? Есть. С собой? Конечно, с собой. У вас договор действующий? Да. Что вы делаете, вы заберете? Ну я сейчас хочу забрать. Вы сейчас можете забрать, но не сейчас в конкретный момент, а на штрафстоянке вы можете ее забрать. Там без ОСАГО не отдают, у меня еще не ОСАГО, ничего нет. У вас договор купли-продажи ДКП. У вас действующий есть договор, а можно просто будет писаться в ПТС-ку и все. А там места закончились в ПТС. Да вы мне сейчас отдайте, да и все, выпишите штраф. Я не могу вам сейчас отдать. Я сейчас не могу отдать, я им все отдал, документы, все на полу. Ну пусть и вернет документы, да и все, что это сложно. Я потом списать или номерные. С меня будет требовать эту машину. У вас там места ПТС вообще все за все закончилось? Да. Вот если бы на данном этапе вы бы подошли, вот пока загружается, машину вам бы отдали, без проблем. Вот на данном этапе. На этапе там платформа, но когда машина тронулась, все. Но же ее уже сейчас, ее не отдадут никому. Ну я-то пришел, мне отдайте ее. Я-то пришел. Еще раз говорю, вы не пришли к моменту погрузки автомобиля. К моменту погрузки. Автомобиль, если колесо начало, прокрутилось один раз, все, его эвакуация считается начали. Сейчас гражданин отъедет, все, эвакуация, все. А как вы ее затаскивали так? Вы мне коробку не сломали здесь? А в этом вы можете уже посмотреть, да, предъявить претензию уже сотруднику, кто проводил эвакуацию. Я вам предъявляю претензии. Мне не нужно предъявлять, я вашу машину не затаскиваю. Вы можете, да, штрафстоянки доехать в том эвакуаторе, в кабине. Вас довезут до туда. Да, давайте здесь оформите. Нет. Меня, да и все. Нет. Как вам обращаться? Роман. Роман? Да. Роман, нет. Единственное, что... Чтобы вам сэкономить время, вы можете сесть в тот эвакуатор и вот с ними доехать. А куда вы хотите везти? На Октябрьскую магистраль. И там все оформлено. Ты за 20 минут заберешь это все, очередь. Сегодня выходной. 200 метров ГАИ, все. Но там будет все это, будет. Если вы сейчас уедете, сейчас будет. Ну, максимум, что вы можете вот... Доведешь, он будет за ним. Да, я в машине довезу. Сначала вывезти, но... Не-не-не. Вообще жесть, вообще тачку забираю. Ну все равно ее увезли на штрафстоянку, все равно я 1750 оплатил, плюс 2500 штраф, ну это со скидкой 50%. Вот сейчас выдвигаюсь отсюда. Уже, конечно, все стемнеет, то что хотел сделать, наверное, уже не успею. Вот, ну вот такие дела. Ст-
кстати, я оплатил 1750. Получается, за перемещение машины, то есть за эвакуацию. 2500 это штраф. А за штрафстоянку получается не это, ни сколько не заплатил. Просто такая ситуация была, что я прямо на эвакуаторе пассажиром приехал, с машиной на соседнем эвакуаторе. И тут же, может, и это из-за того, что в первый час, то есть забрал, не знаю, какой-то защитный интервал, возможно, есть. Ну а так, конечно, блин, хрень очень полная. Еще аккумулятор этот, машина еще не успела подзарядиться. Считай, час-полтора вот она постояла, и все, уже мертвая. Еле-еле завелась, просто на честном слове. Первым делом сейчас нужно аккумулятор покупать. Даже если этот можно будет подзарядить, что-то как-то взбодрить, все равно надо покупать новый аккумулятор. Сейчас изучаю рынок аккумуляторов. Значит, такая ситуация, что очень много, кто сейчас, ну не много, но много объявлений. Люди занимаются, в общем, перепродажей аккумуляторов старых. И даже новый аккумулятор можно за 1900 купить, новый аккумулятор 55-ку с большими клеммами. С учетом сдачи старого аккумулятора. Бэушные аккумуляторы где-то от 1500 начинаются. Еще бэушные аккумуляторы очень много дельцов тоже продают, но судя по отзывам там у этих ребят, они продают такие чуть-чуть подзарядят, подряд их. И они вздыхают потом очень быстро. Ну, типа моего, сейчас его взбодрить, там, обслужить, как говорится, все это сделать и продать. Хватит ненадолго. Если бы ушный, думаю, покупать участника, там вроде пару объявлений есть. Попробую сейчас 1500 где-то купить. Акум сюда и в Мазду тоже сразу надо будет покупать с тонкими клеммами. Тоже там, кстати, момент был, что нужно было страховку. Но у меня страховки нет. Я машину недавно приобрел, получается, неделю назад. И у меня 10-дневный вот этот период действует, когда можно без страховки передвигаться. Но у меня мест в ПТС не было, и я не вписан в ПТС, а там типа требование такое. И гаишник, который оформлял машину на эвакуации, он не знал вообще, как это отдадут, не отдадут. И на штрафстоянке человек тоже, он не знал, он дал документы, говорит, я не знаю, там вам как одобрят или не одобрят. Вопросов не возникло, даже ничего не спросили, не уточнили по этому поводу. Вот сейчас нереальное удовольствие получу еще от отдирания вот этих штук всех. Вот этот клей очень сложно отдирается. Опа, вот здесь даже не приклеился. О, здесь отлично, вот на грязь. Там, где чисто было, конечно, там придется постараться мне. Это вот сорванная, когда я залетал в машину, получается, она сорвалась, и мы еще одну наклеили. Так, а на капот наклеили? На капоте нет ничего. А что, на капот не надо, что ли? Странно. На бензобак наклеили, а на капот нифига. Так, в гараже не было почти месяц. Тут маздочка ждет. Тут тоже, наверное, аккумулятор уже устал. Сколько она стоит здесь.